Опа, ты на Опасный момент. Как я вовремя пришел, а слушай? Да что ты пришел под крышей? А, я же не под крышей, да? Сижу. Да. Тогда я под крышу. Ой, бляха. Выше. Тут крыша тоже, да? Он на благородном. Да. Тут. Там по невиду нету. Под дерево, встал под дерево. Нормально, сидит. Волна! Ребят, я тут приземлюсь. Там, когда зомби не бывает, я думаю, я слышу, не знаю. Сейчас еще ветер будет. Дима, я сказал, что зонт вот так достанут. Будем поверх тогда будет смотреть. Главное, камеру не замочить. Если такой ветер сюда, да. Да вроде вот она вот так вот, вон, вот видно, она не сюда вроде. Порывы не отходите. Куда ты можешь? Кофе поехал. Я знаю, куда я поехал. Давай! Я стоял на остановке на солнце. Меня так пихотало. Сразу засверкало. У нас во дворе трава грабится не будет, земля сухая. Вот это.
Сейчас все надо домой пойдут. Куда им деваться? Вон, а он. Сережа ушел. Ну, не скрывался, но сейчас.
Это не притащил мне этот взял на себе. А замена вот таких я давай до сих пор. Мяч эти люди техничные. Содержал, содержал, не знаю, все равно не умер. Содержал, что и юница все равно. Не читаю. Бьется потом уже. Опять же, я почему? Нет, я видел Гусмана. Просто это там может точно я смотрю раз в месяц. Это тебе, это послал уже 5 лет. Да, я это увидел в начале мая. Это фотография, как раз начал смотреть смотреть с Ярославом с этой игры. Я видео снимаю. Вот мне вот этот край можно. Нет, вы можете стоять где-то здесь. Где вот здесь можно. Там нас так этот балет был. Ужас. Кстати, смех смехом, а неплохая команда была первая лига первого года. Ищу. Классно, блин. Классно. Конце прошлого сезона? Нет, это когда первые лиги играли. На 4 ноября. Мы понимаем, что выход зрителей за пределы стадиона перерывы матча. У нас здесь последний раз сезона такая грязь-то была. Там, вот там же лужа, там надо было та же. Там вот эту игру надо было та же, как вышли. Это место было перевещей. Там было буквально в случае возникновения. Сначала не выпало 10 сантиметров к снегу выпало. Там нельзя было, просто нельзя было играть. А ее не перенесли. А причина почему? Почему не На поле была жидкая грязь. Да. Потому что добавили. Тем не менее, крылья нас перебегали. Как перебегали? На квадрат, да? Два гола на квадрат. Да, там защита поехала. А нет, потому что разрыв между линиями. Он там один фантом двоих убрал. Да. Первый наоборот. Второй это дальше не смотрел в эти ворота. В самом конце. А это первый. Махал очень неопытный, вот этот вот, вот этот враг там стоит, вот этот. То есть завтра должны его показать себе 20 минут. Это мы умеем.
играй в игры. Мне нравится кричалка. Играй, Волга, играй, твою мать. Я еще люблю. На место у вас какой-то. Да, да. А еще какая есть кричалка? Заберитесь тряпки мне. Ну просто Предупреждение получил Андрей Каяк. Нет, тогда у нас это, удали его на нас, лифт подготовлен.